Привет, с вами канал Белос ТВ, и как видите, я, как и обещал, сделал видео в четверг, потому как совсем скоро в пятницу будет 23 февраля, ну и, да, скажем, 4 дня буду записывать, собственно, вам, подписчикам и будущим подписчикам, которые подпишутся на меня, ролики, игровые, реакции и прочее. А мы с вами продолжаем игру Inside. В прошлой серии мы бегали со своими рабочими зомби, поплавали немножко на своей подлодочке и дошли до вот этого вот места, где испускается какая-то импульсная волна. Так, и как мне кажется... Так, это что? Ага, ясненько. Так. Секунду, ребят. Так, продолжаем. Так, а вот как перебежать теперь? Вот сейчас вроде можно бежать. Вот до сюда. Вот так. Так, сейчас немножко подождем. И вон там вот как раз таки есть этот вон рычаг какой-то. Нужно его поднять. О-ху-ху-ху. Как я успел. А, его надо еще. А, женщина. Так, давай. А что это за импульсная такая херня? Ой. Полетели бочки. Так. Так, бегом. О, успели. Все. Так, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Прожектор, остановись. Так, а что? Ясненько. Так, давай. Подождем. Так, давай. Он не добежит. Добежал! Нифига себе. Вот это вообще ловко. Так. Вот сейчас опасный момент, ребят. Так, оп. Вот я и говорю, сейчас самый опасный момент будет. Надо сейчас, короче, как-то сделать так, чтобы... Вот смотрите, что надо сделать. Надо сейчас вот так сделать. Хотя, наверное. Может, не наверное. Ну-ка. Давайте попробуем. Оп. Так. Видите, не успеваю добежать, но. Я не успею сейчас. Так, надо, короче, вон там вот как-то сделать, чтобы... Надо как-то сделать, чтобы, во-первых, добежать до лестницы, а... Ну, не добежать до лестницы, а вот... Смотрите, вот лестница, она ведет наверх. Меня там может убить. Надо, короче, сделать как-то, чтобы этот... А, мать моя лично. Так, блин. Он не берет. Стоп. Так, ну-ка. Вот сейчас, погодите. Вот сейчас. И вот так. Допустим. Но он сейчас не дойдет до лестницы. Смотрите. Вот. Так, вот тогда начинается, ребят, проблема. Нужно, короче, как-то повернуть рычаг, чтобы он так продолжал крутить. А, подожди, а может не обез... А может не обязательно его останавливать? Подожди. Нужно просто дождаться момента, когда вот эта вот херня будет крутиться. Ну-ка. А может не обязательно его останавливать, ну? Вот, это совершенно не обязательно его останавливать. Нужно просто быстро к нему побежать. Я, сука, не успеваю. Да ё-моё! Сложно. Тут нужно мозги немножко включать. Надо, короче, ее остановить. Вот сейчас. Надо ее остановить и как-то ее включить. Но есть одна проблема. Нужно спускаться вниз. Блин, было бы хорошо, если бы он обладал каким-нибудь телекинезом, чтобы мог это. Капец. Я, ребят, не знаю, как здесь быть. Я тупо не знаю, как мне здесь быть. Потому что если я сейчас начну бежать, он погибнет 100%.
Я застрял, ребят. Я застрял. Я не знаю, куда мне идти. Давайте попробуем. Может, здесь как-нибудь. Может, надо как-то прыгнуть туда, что ли, например. Ребят, тут нужно логику включать. Мне, ребят, нужно пока подумать. Короче, ребят, я, кажись, догнал, в чем прикол. Смотрите, что нужно сделать было. Оказывается, нужно было сначала эту штуку остановить в самый подходящий момент, скажем так. Смотрите, вот сейчас мы ее останавливаем. И тут же ее запускаем. Вот. Вот, в этом весь прикол. Теперь остается только ждать ее. Теперь надо только ее подождать, пока она докрутится до вот этой штуки. И все. Так, ждем. Погнали. Есть. Все. Отлично. Супер лампа показана еще. Так. Ух, мать моя, горошина. Так. О, успел. Отлично. Так, это что? Ага, ясно. Это нужно двигать. Еще какие-то эти сидят, и главное, манекены. Или что-то подобное. Ой! Я не знал, что она откидывает! В смысле? Вот это да. Так, а как продвигаться тогда? Откуда я знал, что она откидывает эту хрень? Ну-ка. А здесь она не откинет? Нет. Так, а откуда она откидывала? Она что ли с воздуха откидывала, что ли? Я что-то не догоняю. Ну-ка. Она, по-моему, с воздуха откидывала. Ну-ка. Тащи. Ну-ка. Да, она с воздуха откидывает. Там, короче, была балка, которая не откидывала ее. Ну что, короче, вот эту хрень, ее нужно быстро на другую... Все, я понял. Да, нужно... Короче, вот эта балка, она не дает вот этой штуке двигаться. Нужно реально такой тайминг найти. Вот смотрите сейчас, что. Надо сейчас вот половину вот так вот сделать. Чуть-чуть половину совсем. Самый краешек встать. И побежали. Бегом. Давай. Бегом. Капец. Я добежал. Ребята. О, все. Сейчас здесь будет пот. Так. Это нужно, короче, сейчас на вот этого робота. Во, вот так. И сейчас... Ага, здесь ладно. Ой, не успел. Все, пиздец. Так, ладно. Так, я сейчас, ребят, чуть не проговорился, так скажем. Так, ладно. Не успею. А ведь почти было совсем, да было совсем, капельку было совсем. Ладно, подождем, здесь, ребят, тайминги, здесь самые жесткие тайминги. Это надо специально ждать, пока одна рука приземлится на вторую. Мать моя женщина. Да в смысле? Я только краешком ноги только зашел, я умер, в смысле? Это как? Я, главное, только-только сползаю, и я умер, в смысле? Это что за игра, в которой никак не хочет работать логика? Ну-ка, ладно, подождем. Ну, давай. О, жесть, все. Так, я надеюсь, мы дошли до, скажем так,
Так, а здесь работает? Нет? Что-то не очень понятно. По-моему, мы находимся в здании, в котором эта импульсная пушка не работает. Надеюсь. Так, у нас запись идет хоть? Хорошо. Так. Здесь что? Дверь. А ее можно открыть? Ее можно открыть. Так, а подожди, а там что? Мне просто интересно, что там? А, там стена, ну ладно. Ясненько. Так, ладно. Лифт и погнали. А, вниз, думал, вверх поедешь. Ну ладно. Так. О нет, опять. Ой-ой. Чё, куда? Дверь не открывается. Мне некуда идти, ребят. Мне по любасу некуда идти, в смысле? Ой, чё мне делать? Так. Ой-ой, мне надо выбраться. Ребята, мне надо выбраться. В смысле? Так, там дверь. Нет, там не работает. В смысле? Так, я застрял, ребят. Я чё, дышу под водой? В смысле? Мне нужно на поверхность. Я без воды никак не... Я без воздуха не проживу. Давай. Ты можешь прыгать хоть? Ну-ка. Фух. Я уже думал, ты на грани смерти. Оказывается, нет. Так. Ой, мать моя женщина. Здесь нужно, короче, вот эту запустить. И на веревку прыгнуть. Давай. Эйч! О, так, сейчас раскачаемся. Эйч! Так. Так. Ой! Нет, ничего не нажал. Я случайно нажал куда-то. Так. Это что? Дай-ка угадаю. Если я сейчас опущу рычаг, он начнет опускаться. Какой я догадливый! Ага. Здрасте, приехали, это называется. Так, надо на веревке, значит. И да, это не... Да. И да. Я сейчас просто подумал о том, что придется запускать эту штуку. Нет. Это я уже начинаю придумывать. Так, а я смогу хотя бы допрыгнуть до двери? Мне просто интересно. Ну, попробуй. Если я до этой допрыгнул, то... Наверное, до той допрыгну. Так, это, знаете, это как в этом, как в Little Nightmares, где там тоже была такая дверь, и нужно было... С быстрой скоростью. Давай! Ух. Нужно было также с быстрой скоростью прийти к закрытой двери. Так, люк. Куда она нас ведет? О, лесенка. И опять вода. Да вы что, издеваетесь что ли? Почему так много затопленных уровней? Так, а там хоть... Там не стекло хоть? Нет. Там вода. Почему в этой игре так много затопленных уровней? А, там открыта дверь. Конечно. Там открыта дверь. Так, это чё? Так, здесь стена. Ага! Все, я понял. Здесь, короче, нужно... Да. Да. А там как раз кнопка. Эй. Так. И чё она делает? А чё она делает? Я не понял. Ой, здравствуй, моя хорошая! Как поживаешь? Я тебя, по-моему, во второй части видел. Или сколько частей прошло, я не помню уже. По-моему, три только, да. По-моему, три только. Я тебя на подлодке видел. Как ты там, моя хорошая? Такие волосы красивые. Мать моя женщина. Но мы еще увидимся. Я уверен в этом. Так, подожди. А если я вот эту... Подожди! Ребят, у меня появилась идея. Смотрите. Подожди, вот. Так, сейчас, короче... Так, сейчас. Так, ой, только бы не просрать. Ой. Ай, блин! Я просто на месте пропрыгнул, чёрт.
Так. Во. Так. Во! Точно. Так, а вот сейчас нужно опять допрыгнуть до этой штуки. Давай. Так, поворачивайся. Пить. Есть. Так, теперь здесь. Так. Вот. Красиво. Зашибенский. Так, ой. Ой! А ты что, привязан к чему-то? Эй, моя хорошая. То ли она привязана к чему-то, то ли что. Ой, 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 ой. Да, она меня убить хочет. Так, как быть? А как быть? Надеюсь, я в этом выпуске не заматерился, а то у меня сейчас возникает ощущение, что я как будто сейчас матерился. Так, а я могу... Знаете чё? Во. Нет. А куда я должен? Подожди. Ясненько. Так, а... А потом? А потом? Я до лестницы не допрыгну. Или может так? Ну-ка. Ах ты, коза такая! Ах ты ж! Ну-ка. А там лестница, я смогу залезть, ну-ка. Так. Вот. Вот. Да. Ну там-то дверь, ладно. Так. Ну-ка. Ой, мать моя женщина, тут нужен разгон. А я могу бегать? Мне интересно просто, я могу бегать? Думаю, я могу бегать. Ну-ка, давай. Нет, бегать не умею. Но зато хотя бы нырять умею. Так. Ой, доплыви! Ой, доплыви! Так, вверх. Давай. Ой, молодчинка! Ой, умничка. Так, а здесь куда? Тут и... Нет, не изи! Ой, мать моя женщина! Нет, не то! Да в смысле, как? Да в смысле? Я же добра... Ну спасибо, блин! Дура ты! Вообще капец! Так, ладно, у меня есть идея. Сейчас мы немножко рыбкой так приплывем вниз и резко вверх! Давай! Резко вверх! Давай! Давай! Да в смысле? Он, главное, голову ударился об этот и не взбирается! Ну это я смазал, это уже моя вина. Ой, мать моя женщина, отец мой мужчина, это вообще капец. Так, давай. Ой. Ёка. Подожди, я здесь могу забраться. Ну. А это чё? А эта кнопка за что-то отвечает? Она двигает кран. Так, почему я еду назад? В смысле? Так, стоп, почему я еду назад? А почему я ехал назад, в смысле? Ну-ка. Ты что, остановишься здесь? Нет. В смысле? А что мне делать? Эй, А что мне делать? Ну-ка, кран раскачивается. А что мне делать, алло? А что этот кран дает, мне интересно? Ну-ка. А если я сюда поплыву, что будет? А может, надо было раскачаться на кране и потом... Ну-ка. Я что-то опять не догоняю, что мне делать. Правда. Ну-ка, давай-ка пробуем. А то я что-то не допираю, в чем прикол. Ну-ка, эй. Ну давай.
Но я сейчас не доплыву. Все, все, я понял. Здесь нужно, короче, разгоняться на вот этой вот... Все, я понял. Я понял. Так, сейчас мы рыбкой, так скажем, проплывем. И все. Так. Давай. Так, вот сейчас. Вот. Вот, я и говорю. Не-не, давай, давай самый конец, но. Вот. Посильнее бы надо только скачаться бы. Еще раз качаться надо. Надо еще раз качаться. Чуть пониже, вот так вот. Да блин, раскачивайся нормально! Да он дебил как раскачивает, он раскачивается как дебил. Блин, я не могу нормально раскачаться. Нужно раскачаться с самой сильной раскачкой, ну, мне нужно. А он не может раскачаться нормально. Ребят, мне нужно подумать. Так, ребят, я все понял. Здесь нужно было раскачиваться. Ну, не раскачиваться, а... Так, куда я нажимаю? Здесь нужно было просто два раза прыгнуть. А именно, нужно было прыгнуть сначала от платформы. Ну, не от платформы, а... Я сейчас покажу. Смотрите. Вот сейчас мы встаем на кран. Так. И делаем примерно так. Раз. И... Ну, не так. Не так. А, подожди. Все. Я понял, что нужно было сделать. У меня есть идея, но она не очень хорошая, но... Я сейчас повисну на кране, и своими маленькими-маленькими черными башмачками я слегка коснусь воды. Смотрите. Так, стой. Сейчас мы включим кран, потом своими маленькими-маленькими черными башмачками коснемся воды. Слегка. Вот смотрите. Видите? Ну-ка. Эй! Вон она, вон она, вон она, вон она, клюет. Клюет моя. Моя карасюшка. Так, я тут слегка кое-кого выслушал, поэтому продолжаем. Так, ну и вот так вот. Она сейчас далеко. Она сейчас должна быть далеко. Так, и вот, и вот, и вот так. И давай вниз, 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 вниз с щучкой. Вот. Все. Лохушка! Лохушка. О! Я же забыл, что я не могу дышать под водой. Да. Твою мать! Это жесткий уровень, ребят. Это очень жесткий уровень. Здесь нужно очень быстро все делать. Надо очень быстро нырнуть. Очень быстро выплыть, господи. Почему ты играми никогда не щадишь? Ладно, давайте. Слегка, слегка моими ножками. Давай. Слегка коснись воды. Вон она, моя карасюшка. Вон она. Моя карасюшка. Так, ну-ка. Карасюшка, парасюшка. Давай. Эч! Ну давай. Опа! Так, и вот сейчас, ребят, самый сложный момент. Нужно включить кнопку и тут же быстро вынырнуть. Это очень сложно. А я нажал! Я думал, я не нажал. Давай. Yes. Похлопай по щечке себе. Все. Едем дальше. Ну, идем. Не едем, а идем. Так, давай. Угу. Эй! Эй!
Ой, опять раскачаться. Да что ж такое-то? Почему все любят так раскачку? Ой, не падай. Только не падай. Фух. Еле держится. Блин, на одной такой проволочке еле держится. Это еще что за фигня? А как открыть? Ага. Ой, естественно. Ой, да естественно. Ой, да естественно. Ну это же естественно, ёшкин свет. Это же так естественно, что прям капец. Нужно было вниз так проплыть и всплыть. Проплыть и всплыть. Под низ. Капец. Как я должен был догадаться? Давай. Самое худшее, он медленно очень плавает. Вот в чем прикол. Или подожди, а может он... Он должен как-то взобраться на эту платформу. Или нет? Или да? Ну-ка, надо проверить. А то я что-то не догоняю. В чем прикол? Я не очень сильно догоняю. Ну да ладно, попробуем. Ну-ка. Может надо было всплыть? Да, надо было всплыть. А я идиот, сам не понял. Только не говори мне, что нужно открыть люк. Ну что ты не любишь меня так, игра? Ой, почему ты не любишь так меня, господи? Ой, мать моя женщина. Да, конечно. Ну, конечно. Это нужно было включить и тут же выключить. Ты не любишь меня, игра, ты меня ненавидишь, это очевидно. Ребят, секунду. Ну, раз. Так, продолжаем. Так. Игра меня, видимо, ненавидит, это очевидно, потому что она хочет меня опять опрокинуть в воду. Так, а... Стоп, я нажал? Да. Так, ладно, ну-ка. Открывайся. Дверь. Так, и мне надо сейчас как-то что-то сделать. Нажать пробуем. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вообще сейчас самое жесткое будет. Так. Ребят, мне нужно в третий раз подумать. Так, ребят, я, кажется, понял, в чем прикол. Сейчас.